Друзья, всем привет! С вами Чайковская Екатерина. И сегодня я хочу с вами поговорить о инструменте перо. Очень часто новички, когда только начинают знакомиться с программой, испытывают определенные сложности для того, чтобы правильно рисовать пером и создавать четкие объекты с минимальным количеством точек. У меня есть для вас прекрасная новость. Совсем недавно мне порекомендовали игру, называется The Bezier Game. И эта игра как раз направлена на отработку навыка работы с пером. Смотрите ссылку в комментариях к этому видео. beziermethod.ac. И вы нажимаете Get Started, и программа вас будет тренировать. Вам нужно от точки к точке вести. Потом она показывает, как нарисовать более сложную форму. И что мне больше всего понравилось, она показывает не только, как рисовать прямыми линиями, но и как делать круги. Смотрите, она четко, как вы должны растягивать направляющие. Таким образом, если вы начинающий пользователь, и у вас возникают проблемы с тем, чтобы правильно овладеть навыком работы с пером, я очень-очень рекомендую вам взять данную программу, воспринять ее как игру и поиграться. Приобретете прекрасный навык и отработаете его. Всем до скорых встреч. Пока-пока.